Итак, всем привет! Мы продолжаем проходить Transport Forever. Это 12-я часть. Будет, походу, много. Много будет частей, походу. Мы там что-то остановились на машинках каких-то, что-то автомобилестроение, что-то название компании новой, которая идет дальше. Вот, в принципе. Приближается, кстати, еще момент такой, когда будет перерыв на эти игры, вот эти данные, которые сейчас две идут, Darksiders и Transport Forever. Пойдут игры, которые новогодние. Это мой выбор, и которая была в рекомендации. Какие-то... Я говорил, по-моему, но свою я помню, а вторую название я забыл. Моя — это Гарри Поттер, первый. Гарри Поттер у многих ассоциируется с Новогодом, с Новым Годом. И вот его я буду проходить. Вот. Еще я тут себе конфеты накидал. Короче, кучу M&M'сов, смешанных со Скитлсом. Я буду тихонько их хомячить, поэтому надеюсь, это ничего страшного. Это единожды такое будет. Ну, типа, ну, блин, на Новый год я хочу чуть-чуть порадовать. Ну, типа, вот, шоколад повышает настроение, так еще скажем. Поэтому вот я прожую и начинаю говорить. Постараюсь, как бы, не чавкать, чтобы это, потому что это может отвлекать, вот. Даже не отвлекать. Это может быть противно, вот. Поэтому слов может быть здесь меньше в этой части. Что-то я как-то вот сюда ухожу, надо, наверное, немножко. Она не вращается. А так. Нет, наоборот, что ли? Я же и не двигал. Какого хера? Теперь я здесь сижу. Я должен здесь быть, по центру. Короче, ладно. А промышленность вокруг Великих Озер проживает бурный рост. У нас там нет никаких гор, я помню, карту мы смотрели. Я гляну, знаете на что? А, сколько заданий? Заданий сколько в Transport Forever? The automobile business is the market of the future. We Favre. Should invest in it. But first, we're going to need a tidy sum of seed capital. This is easiest earned satisfying the most mundane of human needs, food and drink. The people are hungry for meat, and the transport of animals for slaughter is lucrative, so long as this bloody business doesn't give you the heebie-jeebies. Nowhere on earth is more meat prepared than in the Union Stockyards of Chicago. The pigs Ладно. Enter at the front, Автомобильный бизнес — это рынок будущего, и нам стоит сделать в него вложение. Но для начала нужно собрать порядочную сумму в качестве стартового капитала. Простейший способ заработать ее... Логично. Обратиться к естественным потребностям людей, еде и напиткам. Люди любят есть мясо, и транспортировка животных на скотобойню – прибыльное дело, пока вас не начинает от него мутить. Нигде в мире не запасает мясо больше, чем в Union Stock Yard в Чикаго. Туда доставляют свиней и увозят консервы. Настоящий пример рационального производства. Переведите свиней с Чикаго Фарм и Чикаго Фарм 2. Ну, в принципе, ничего сложного не вижу. Это, в принципе, вообще обыденное дело. Давайте сделаем. Я, кстати, не прочел комментарии, которые к 11 части. Потому что ролик вышел прям недавно. А, это так, к слову. Это же фарм. Я думаю, животные — это все-таки... Животные — это, я думаю, все-таки не... Пассажирский транспорт, а грузовой. Надеюсь на это. Ну, во-первых, в первый случай... Нам нужно в любом случае... Блин, здесь поля, кстати, мы ломаем. Надо вот сюда поставить как-то аккуратненько.
А сюда нужно, походу, приводить пшено. Да? А где нам пшено взять? То есть нам надо вот сюда. А это хлеб? Ну давайте сначала найдем, где нам брать корм или что это. Я не вижу, где можно взять корм. Или это что? А, это продукт, а не производит это, я перепутал. Окей. Давай теперь транспорт делать. Линия. Давай фарм один. А, ну сейчас мы... Сначала... Где фарм один был? Ага. Вот от этой. Нам нужно вести вот сюда, да? Блин, почему не показывает? Давай пока поставлю, на всякий случай еще уберу. Но это очень неудобно. Они просто убирают. Тут расстояния вроде небольшие, поэтому... Мне кажется, стоит на машине это делать. Ничего здесь... экстраординарного нет, ну типа это не отсюда везу. На машине, в принципе, доедут спокойно. Так, теперь название. Линия 2 у нас это Farm 2. Тю, чё там? Ну, туфу. Фарм. Фабрика. Так, окей. И линия 1. Farm 1. 1. Food. И food, возможно, стоит расширить. Вот это food, возможно, стоит расширить, потому что здесь будет приезжать 2. А машины поставим в город. Машины поставим в город, в принципе, как и обычно. Да что ты будешь делать? Они, в принципе, посередине будут. Что с ней не так? А, я просто слишком близко ставил. Еще знаете, что можно сделать? Попробую соединить здесь дорогу. Хотя, в принципе, тут сколько? Не так сильно увеличивается. Здесь угол 90 градусов просто. А еще хлеб какой-то вот здесь есть, или что это такое? Это бревна? Хлеб. Не знаю, какая-то странная штука. Машин покупаем. Ну, давайте по 8 пускай купить дорожный транспорт. Скот, да, скот сюда отправляется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Фарм 1, 2. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Задать линию все. Фарм 2. Погнали. В принципе, они должны деньги. А давайте еще я сделаю сразу. А тут нельзя так сделать, да? Или типа пока его сюда поставлю. Автоматическая замена. Потом если машина появится, я на другую сменю. Все. Просто сразу, чтобы потом не забыть. Так, они разъехались вроде правильно. Они просто сейчас пустые едут и деньги мне не дают.
Нам, в принципе, сейчас только ждать. Блин, что-то как-то мне не нравится. Может, еще машину купить? Хотя у меня полляма ела. Надо посмотреть, сколько они будут приносить мне прибыли. Просто пока что это очень не очень. Я думаю, вот отсюда тоже нужно какой-то транспорт в город доставлять, да? Продовольственный магазин. Так, уйди, пожалуйста. Это не то. Вот тут где-то. Вот сюда надо кого-то доставить. Вот сюда, чтобы было. Блин. Сколько стоит дом снести? $710,000. Это очень много. Один лям. Блин, как он неудачно располагается, это просто что-то. Сколько он захватывает? Очень мало. Хотя половину. Знаешь, что можно сделать, попробовать? А, стой, погоди. А, тут дороги нет. А вот тут можно дорогу проложить такую, типа... Прям, если... Очень постараться. А почему два-то здания удалено? А есть еще меньше дороги? Нет. А вот это можно построить? Я не знаю, как воткнуть эту штуку. О, здесь? Ну, здесь тоже дом стоит. Далеко. Блин, в центре бы как-то запихать. Тут стоимость просто бешеная. Лям. Я хотел дорогу проложить, но мне кажется, он зависит от пути. Давай я сюда поставлю. Ладно, хрен с тобой. И нам нужно... О, деньги пошли, да? О, они прибыли уже. Окей, давай тогда отсюда поставим путь. Ну, в город же отвезти-то. Скорее всего, да? Худс. Цу-сити... Так, окей. А где линия-то? А. Конечно, не уверен, что это сейчас сработает. Но еще ладно. Мне кажется, все будет окей. Мне кажется, все должно быть нормально.
Бедный Скотт. Жалко его. О, хлеб появился. Да, все верно, видимо. Значит, мы с этого будем сейчас деньги иметь. Другое дело, что это могут заставить меня сюда пихать вот сюда. Отвозить. Это будет не очень хорошо. Как же вкусно это. Сколько денег приносить будет? Да, развязки, конечно, то еще. Минус 29 тысяч, это что такое? Это крайне мало. Или они просто сюда ехали сейчас? Мне его некуда пихать. Без воды нету. Да, сейчас я в плюсе. Вот это почему-то очень тяжело идет плюс. Прям очень тяжело. Но в принципе это почти выполнено. Все работает как часы. Если нет поездов, все окей. С поездами проблемы, конечно. $24,000. Почему-то Скотт сюда дороже наоборот, выгоды больше доставлять, чем в город. Уже еду. Ну, конечно, а хотя хрен узнает, это же тяжелее доставить. Ну да, ладно. Мы же не продаем, просто доставляем. Коров тяжелее перевозить, чем просто консерву какую-то. Нам надо куда-то вкладываться в машины, я не знаю, если честно, куда это. Хорошо. Они через разные промежутки едут, что ли? Долговато. Может, стоит еще машину купить? А машины, наверное, купить надо. Как-то пустовато на дорогах. Или не стоит пока что. В принципе, доход идет. Я сейчас не понимаю, знаете что? У нас собрано почти везде. Но доставлено просто в два раза меньше. Куда делось? По дороге раскидали, что ли?
Ну, заработок тут, конечно, тот еще. Надо машин больше. Ой. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пустите. Так, вы что-то говорили про поводу, типа, дорога слишком узкая, не разъехаться не могут. Ну, давай. Блин, не трожь обычную дорогу-то. Что ты делаешь? The pigs are loose. No idea how that happened, but the animals are frolicking around on the roads near the slaughterhouse. Свиньи разбежались. Неизвестно, как это произошло, но животные разбрелись по дорогам вокруг скотобоин. Как нам поступить? Мы можем передавить их автотранспортом. К счастью, никто не узнает, как именно были убиты животные, прошедшие на консервы. Наш транспорт не должен при этом пострадать. Или все-таки это может произойти. Похоже, свиньи собираются сбежать. Но они нас плохо знают. Нам срочно нужно улучшить ограждение. Однократного вложения будет достаточно. Улучшено ограждение. Ты чё? Ни в коем случае. Почему? Блин, серьезно? Почему опять же, блин? Да какое пересечение? Встань, пожалуйста. А, пересечение вон там. Блин, как я неудачно построил, а? Что ж такое-то? Ладно, пускай здесь едут так. В принципе, ничего страшного. Вот здесь надо улучшить дорогу только. Ага, это не нужно. Пускай едут так. А в принципе, здесь можно дорогу проложить, наверное. Так, я тут стакан так снесу когда-нибудь. Вот здесь, смотрите-ка. Мясной бизнес идет совсем неплохо, но если мы метим в автомобильную промышленность, нам понадобится намного больше денег. Более выгодно, хоть и рискованно, при этом будет перевозить запрещенные законом жидкости ради нужд общества, до которых никому, кроме полиции, особо нет дела. Самогон производится обычным хижине посреди леса, а мы можем доставить его в города. В конце месяца наш клиент, пожелавший не называть себя, заплатит дополнительные за каждый перевезенный ящик. Если мы не хотим замарать руки, то можно вежливо отказаться от предложения продолжить заниматься мясным бизнесом. Наладил подпольное производство самогона, который мы можем доставить в города. Даже несмотря на то, что товар будет хорошо спрятан, нам следует соблюдать осторожность. Блин, ну серьезно? Это сколько надо? 100 миллионов надо? Так, 3 нуля. 10, что? 10 миллионов нужно. Ожидаются дополнительные отряды полиции нрава. Что это значит вообще?
Ну, я не особо хочу этим заниматься, если честно. С другой стороны, я ничего против алкоголя не имею. Ну, типа, если, конечно, чрезмерно его не употреблять. Ага, то здесь быстрее все-таки. Ладно, пускай так идут. Немного срезали дорогу. Так, окей, давай тогда где сделаем это, ладно. Ага. Хрен с вами. Так, новую машинку сейчас поменяем. Что? Так, путь. Отсюда. В город. Ага. 8.5 у нас было, да? Машин. Так, вот тут линии сейчас я сейчас сделаю кое-что. Да не то. Вот на это. Даже можно немедленные, чтобы больше денег приносило. Сколько это будет? 402 тысячи. Но они быстро окупятся, мне кажется. Farm to food, замена. Вот на это, окей. Немедленная. Так, и вот это еще тоже. А, тут у меня даже не стояла эта фигня. Прикольно. 13 автомобилей нужно поставить для вот этого вот. Так, линия 1 называется у нас. Алло. Как он там пишется? Вот так, по-моему? Ты... По-любому какая-то херота случится. 13 автомобилей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре. Свои четыре. Ну ладно. Нечаянно. На одну больше. Ничего страшного. Так, вот здесь можно увеличить, кстати, потому что у нас сейчас будет сюда приезжать две. Ага. Денег у нас уменьшилось, но да ладно. В принципе, все идет хорошо все равно. Хреново то, что они у меня сейчас с огромной толпой просто едут. Тогда здесь дорогу тоже прокачать, наверное, стоит. Так, а здесь, наверное, поставлю хорошую просто дорогу вот такую. Трамвай. Какой-то кирпич. Ну, далеко здесь надо, скорее всего, уже поездом гнать. Вот этот район еще ладно. Вот так вот приблизительно. Хотя вот этот еще можно, а дальше уже нет. Дальше уже не очень. Города маленькие. Не вижу пока смысла трамвай прокладывать. Сколько они будут приносить денег, вот эти вот штуки?
Почти 8 лямов, кстати, скоро будет. Отряд нравов, блин. Пока не вижу даже, какой скриншот мне сделать. Типа здесь ничего не происходит. Как это умудряет скитов-то набрать? Где машина-то? Вот она. Ууу, блин! Ладно, сделаю кадр. Да, через город лучше не ехать, конечно. Сумасшедшие пробки, сколько он даст денег? 28 тысяч. Но я бы не сказал, что это много. Давайте трамвай построим, может, попробуем. Во-первых, можно, знаете, куда запихать депо, или как там его? Трамвай-то появился. Ни хрена себе, быстро. Сделать капиталовложение, наконец-то. Наши пот и кровь помогли сплотить капитал, необходимо для вложения в автомобильную промышленность. Наш друг Уильям Дюрант приглашает нас частью компании General Motors. От такого предложения нельзя отказываться, делаем вложение. Ну, ладно, 5 лямов, да? А, запрет был снят, алкоголь легализован. Отлично. Деньги вложены, теперь нам осталось убедиться, что вложенные окупаются. Для этого люди должны покупать автомобили. Производство General Motors. Лучшее вложение для производства автомобилей и блистательная победа его продукта в автогонках. Нам нужно построить гоночную трассу. Каждый, кто увидит, на что способны наши дети, сейчас захочет. Нет, жарко возжелает купить одно из них. А стройматериалы можно производить неподалеку на... Так, сейчас мы проще. Сейчас дай-ка я сделаю еще денежки, чтобы нам приносилось. По кругу, давай, пустим. Ну нормально. Думаю, окей. Отлично. Так, теперь остановки надо поставить. Ага. Ну, здесь и здесь. Это говорили, как одна остановка считается вроде бы. Да. Так, это какие затрагивает тут регионы? Ага, приблизительно, то есть вот сюда надо ставить. Ага. Ну где-то вот здесь получается. Это вот здесь, наверное, поставим. Это вы здесь, допустим. Ну и тут, в принципе, окей. Теперь путь. Плюс. Вот это.
как он так ехать-то будет? Вот это. Вот это. Что? Это. Вот это. Окей, мне кажется, это неплохо. Так, это у нас трамвай. Трам, по-моему, называется, если я правильно помню, как из этого. Трам. Где это? Это что за город? А, хера с ним. Трамма. А теперь купим, давайте, штук 5, наверное. Трамвай с лошадью. Раз. Два, три. Пускай будет три, сейчас мы их зададим, пускай они едут. Чего? Типа они должны быть электрифицированы, что ли? Серьезно? Они должны быть электричеством, что ли, обязательно? Ладно, хрен с ним, сейчас поправим. В принципе, это ничего такого. Так. Просто машин много и замедляет очень сильно, что же. Так, а теперь поехали. То есть не просто недостаточно просто трамваи, должны быть электрифицированы они. У меня, кстати, там 7 лямов уже, пока я это строил. Так, окей, давай еще. Те же уехали? Люди появились. Уже нормуль. Разъехались бы они еще как-нибудь подальше друг от дружки. Нормалек. Окей. Деньги сейчас должны сыпаться, просто... Ух, ни хрена там у меня продуктов-то, и здесь продуктов, да пофига. Так, что там на такое задание у меня было? Стройматериалы на место строительства. Где место строительства? Так, это, блин, далековато вроде бы. Не знаю, стоит мне дорогу строить или нет. Как, а где гоночная трасса у меня? Ну, я запомнил вот эту штуку, короче. Оно... Вот это гоночный трек? Вот это? Рейстрек, да, сюда. А, тут ерунда. Я отсюда могу достать машинами. Зачем мне что-то нужно? Мне ничего не надо. Смысл мне вообще какой-то ерундой заниматься? Ой, нифига я уехал. Чё, ничего молчите-то, ё-моё. Я тут взял, сел. Непонятно что. Так, здесь нельзя так ставить. Секс. Путь. Вот отсюда. Вот сюда. И это у нас что? Это называется...
build material to track. И я здесь, наверное, поставлю, хотя хрен его знает. Дорогу надо лучше стать. Что? Какие-то остановки, я вообще не думал, да, что это что-то выполнится. Не знаю, зачем это сделал, кстати. Ну и хрен с вами. А, ну у меня тут, кстати, деньги сыпятся, походу, рекой. Ну, Трамп, кстати, не так уж и много у меня денег дает. Я, кстати, по-моему, тут транспорт не менял, да? Вот это вот. Да. Ладно, я, наверное, здесь поставлю вот эту фигню. Так дешевле будет. Они просто едут сюда будут очень долго. Хотя лучше оттуда, наверное. Они оттуда-то едут. Отсюда проще будет машину пускать. Сколько их? Давай 15. Что это? Это грузовой? Нет, это не грузовой. Давай 15 штук их сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Не 15, а 13, хотел сказать. Что это? А мне здесь надо что-то произвести? Требования... А, я молодец, да. Нужен уголь, что ли, какой-то? Где он? А, вот отсюда надо привезти еще. Окей, ладно, сейчас сделаем. Блин, получается, я деньги просто так там потратил. И там придется расширить остановку, кстати. Уголь. Я не помню, как уголь, кстати. Уголь. To material. Так, и получается, нам здесь нужно купить дорожную, тоже 15 поставим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Сейчас должно что-то появиться, скорее всего. Может, отсюда повезем туда это. А отсюда пойдет уже строительство. Все окей должно быть. А тут дорогу надо построить, кстати, лучше. Вот так вот. Что там по деньгам? А, ну тут-то понятно почему. Остальное все в прибыли. Причем не хилом таком, почти миллион уже. И мне, кстати, здесь... Ой, здесь надо этот... О, заправились. Хорошо. Это легко, оказывается. Просто типа стратегии, пока ты не допрешь, как это делается, просто не знаешь, куда тыкать.
В этом-то вся и проблема. Деньги все равно прут рекой. Трек будет, похоже, очень маленький. Транспорта не хватает. Фигня какая-то. Сплат. Сплат, понимаешь, фигня какая-то. Пока еще 0 из 100. Блин, сейчас, секундочку. Так. Пять скитлз. Они ничего не возят здесь. Ты везешь что-нибудь? А, везет. А, все, и начали возить. Пошло строительство трека. Да что? Там что-то не хватает, ну ладно. Но периодически исчезает. Они, видимо, настолько много производят. Давай-ка я лучше все-таки херакну еще на машин, который будет возить груз. Я один же выбрал. Хотя, наверное, зря это сделал. Скорее всего, наоборот, надо отсюда вывозить больше. А, to city, food to city, вот это. Может, сейчас вывозить будет. Не, ну у меня доход огромный. Тут вообще полляма уже. Там трек почти готов уже, к слову. И что тут треска? Это Лагуна Сека какая-то, что ли? Что это? Не, Лагуна Сека там тяжелая трасса, я забыл, как называется. Такое вот... Было что-то такое. Давай сделаем, знаете, что? Вот так скриншот. Типа великий трек. Можно назвать. Серию. Огонь! Огонь. 10 лямов, кстати. Говорю, деньги сыпятся рекой просто. Это что такое? Сено. Не, ну трек, конечно. Фонари.
Еще людей надо достать будет, да? А гоночная трасса построена. Осталось завершить последние приготовления, и мы будем готовы начинать. Гоночный автомобиль требует больше топлива, чем томимой жажды свиновод субботним вечером. Вот это метафора. Нужно убедиться, что нашим отчаянным гонщикам хватит топлива до конца гонок. Так, они привозят, все равно деньги дают, да? А топливо можно производить неподалеку на Детройт Ойл. Хороший звук. Нам нужны бочки сюда, да? Бочки отсюда везутся. Это легко. Это очень легко. Это что такое? Это трамвай? Так, я забыл, что я делал вообще. Вот. А куда нам гоночный? А, гоночный трасс. Все нормально, все понял. Все понял. Так. Вот это увеличить надо, да? И вот это увеличить надо было, кстати. Пара-па. Так, и теперь отсюда ввести линию, окей. Как нефть, кстати. Ойл, наверное. Бензин, по-моему, так и есть бензин, нет? Только я не помню, как именно оно пишет. Ну ладно. Они не возят теперь ничего, да? Секунду. Ну, товары не отправляются, да, окей. То есть можно, в принципе, просто переправить линию. Ну да, наверное, можно так сделать. Build material to track. Material to track, получается, отсюда надо везти вот сюда. А первые две удалить. Да, все окей. А вот этим нужно вести вот отсюда, вот сюда. И первые две удалить. Все. Вроде окей, все должно быть. Так, они поехали сюда, все окей. Там, правда, два пути лишних, ну ладно. Что? Что? Так он не нужен никакой. Тут как бы нет производства больше. У нас там транспорт, трамвай, походу, неплохо зарабатывает. Как его удалить? Да. Мне надо линию удалить. Ой, нафиг, не понимаю, погоди, где?
Нету, ладно. Что-то мне кажется, это очень быстро у меня будет. У меня уже и трек что-то построен, и все сделано. А эти что-нибудь везут вообще? Да, бочки есть тут. Все нормально. А он, видите, внутри маленького такого цикла все делается. То есть здесь вот, смотри, вот такой вот маленький цикл, здесь вот такой маленький цикл. То есть тут можно все машинами перевозить, и будет выгода большая. Поезд не имеет смысла отпускать. Ты что такое? Они стали на трек ездить? Зачем? Тут межгород появился, или типа не стали считать это своим? Ребят, вы это зря, а? Тут люди ходят просто по полю. Кстати, здесь надо дорогу улучшить. Я забыл об этом. Ух ты. Почему? Здесь что у нас? Ну, это, видимо, обычная дорога, поэтому почему бы и не построить? Ой, иди ты! Тут еще издеваешься, какое пересечение? Почему? Ведь пересечение что ли какое-то? Так, а здесь поменьше просто дорогу сделаю. Вот и все. С маслом. А, вот привезли наконец-то. Ни хрена оно стоит. Кто-то тут магистраль проложил, конечно. А, я. Я трамвай пустил. Серьезно? Ну ладно. Блин, какого хера я трамвайный межгород сделал? Ой. Не знаю, вдруг это вообще спросом будет пользоваться. Блин, тут фактом-то, конечно, то, что... Да, гениально.
Тем временем просто час остался. Ой, час прошел. Так. Нет. Здесь пробка будет. Если по-настоящему делать, там будет узкое горлышко такое, в котором надо будет проехать. Это вообще не очень хорошо. Так я же не доставил еще. А, не сюда его переносят, отсюда туда, что ли? Ребят, вы не борзите? Ладно. Ребята борзеют. Городские ребята приезжают, топливо забирают в гоночной трассе. Куда они идут? Магазин? Где тут магазин, видите? Это не магазин, ребят. Ребят, это не магазин. Межгород трамвай. Кто таким вообще будет заниматься? Кто на трамвае межгородском будет ездить? Кто? Не, ну бензин мы привезли, все, все нормально. Построить стопку рядом с гоночной трассой и привезти туда людей числом минимум 100. Да без проблем, у меня же там трамвай ездит. Вообще без проблем, ребят. Давай я тут еще тоже улучшу тогда уж. Чё, блин, нет. Ой. Я нечаянно. Кто это вообще будет ездить на таком? Это было сейчас. А, я промазал, понял. Так, ну это, в принципе, не сложно. Так, остановки.
Здесь, думаю, нет смысла, вот здесь где-то сделаем. Ага. Кстати, нас вот эти вот штуки надо продать, наверное, все. А то мне сейчас деньги тратить, наверное. А, нет, они что-то водят. А, не водят топливо, пускай водят. Треку нужен топливо. Все нормально. Все огонь. А, теперь пути. Так. Раз. Два. Три. Три, говорю. Четыре. Пять. Это трам to track. Так, а здесь у нас огромный межгород, походу, да? Ну, в принципе, его можно коротким сделать, наверное. Типа, пускай вот отсюда едет. Берет отсюда людей. Едет сюда. И гонит вот туда, блин. Не знаю, кто сюда поедет вообще, но ладно. Так, окей. Теперь нужно открыть трамвай. Во-первых, там второй оттуда, да, едет, а здесь первый едет. Старые пропали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Зато не все. Раз, два, три. Хе-хе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Может, кто-то раритеты любит? Пускай ездит. В межгород не ездит машины, да, у нас обычные. Трамваи будут ездить. Несколько лет. А как они типа сюда телепортируются или что? Пассажиры не появились? Появился, все нормально. Сейчас кого-нибудь доставим. Но здесь поактивнее должно быть все. О, два человека едут. Ноль. Куда поехали, блин? Жесть. О, кого-то доставили. Пофиг. Не буду менять машину. Доход вот так летит. Можно и поэкономить.
Я сегодня колбасу такую крутую купил. В ней сыр внутри. Просто великолепно. Блин, прикиньте, они реально на трамвае ездят в межгород. Охренеть. Назову, возможно, назову эту серию межгородской трамвай. Ну, мне даже трамваи выгоду приносят, которые ездят в межгород. У меня с того города 42 человека едут. Фантастика. Ты чё? Мне не дали заработать 0,2 миллиона. Чёрт. Серьезно, не повезло. 5 лет не хватило немножко, чтобы быстро это сделать. Неплохо все равно. Окей, но мы выполнили даже больше, чем нужно. Кстати, у меня куда-то пропало окно Твича, чата. А что продолжить-то? А, погоди, может мне выпадет что-нибудь? Ну-ка, дай мне это. 25 миллионов, может, эту дадут. О, все, теперь погнали. Окей. Главное меню. Выполнено задание. On the coast of California, there's not only sun, sea, and beautiful people, but also a lot to do. Time to turn our gaze toward the stars. A lot has happened in aviation since the pioneers' first attempts. Air travel is no longer just an audacious experiment for daring men in flying boxes. Скандал с воздушной почтой. На побережье Калифорнии, где властвует яркое солнце и лазурные волны, нам тоже есть чем заняться. Пора обратить наш взор к звездам. Со временем попыток построить первый летательный аппарат многое изменилось. Воздушное путешествие больше не является отважным опытом отчаянных смельчаков, в летающих коробках и открывает любопытные перспективы для деловых людей. Когда-нибудь в недалеком будущем воздушные полеты станут обычным явлением. Люди будут так же запросто садиться в самолет, как в вагон поезда. И это время настало. Даже, так скажем, это проще, чем в вагон поезда сесть, хоть я ни разу не летал. Но, вы представляете, там билеты не так сильно отличаются по цене, но ты гораздо быстрее добираешься до нужного места, в принципе. Хотя есть та же романтика поездов. Как, ну, не романтика, а атмосфера вот эта вот. Где ты садишься в поезд, так... Курочка! Вот это вот все. Или там дошики и так далее. Ну, и все... Ну, везде есть плюсы, так скажем. Да просто... Вы это видите, да? АСМР этих, как их? Эмандемса. Кто
кто-то проголодался, кто-то сказал, что ты делаешь, что дурак, что ли? На дворе 1925 год, и авиация сильно продвинулась вперед. Однако гражданская авиация только начала свое развитие, является довольно убыточным делом. Если только у вас на руках нет желанных лицензий авиапочты. Таким образом, правительство ищет смелых предпринимателей, готовых заняться... Да что ж такое? Перевозкой воздушной почты. Это нам идеально подходит. Американская авиапочтовая система разделена на секции по маршрутам. Для каждой требуется своя лицензия. И получить их может любой желающий. По официальным данным, поставщику с явным низким тарифом достается контракт. По неофициальным данным, контракты выдаются по результату переговоров за круглым столом между главами почтового ведомства и крупнейшими транспортными компаниями. Страны и мы как раз одни из них. Пора завоевать воздушное пространство. Давай еще дальше что. Получите лицензию. Чтобы получить лицензию авиапочты для того или иного маршрута, нам нужно разрешение на посадку в аэропортах, откуда самолеты будут отправляться в путь и куда будут прибывать по окончании полета. Ух, блин, как, ну, читайте, что-то давно уже отвык такого. Хотя, как отвык, я же недавно вот прям читал. Доки-доки. Возможно, много разговаривал просто. А для этого необходимо оказать услугу тому или иному человеку в аэропортах. Офигеть. Это же не очень хорошо. Как только у нас на руках будет разрешение на посадку в двух городах, наш друг, работающий в почтовом ведомстве, позаботится, чтобы мы получили лицензию для этого маршрута. Возможно, не все будет так просто, но результаты окажут позитивный эффект на размер нашей прибыли. Получите разрешение на взлет и посадку как минимум в двух аэропортах. Так, есть подсказки? А, вопросительные знаки. Ну давай. A bustling aircraft industry is growing around Los Angeles. В Лос-Анджелесе, окей. Шумная авиапромышленность активно растет и развивается в окрестностях Лос-Анджелеса. Дональд Уиллис Дуглас и его компания Douglas Aircraft обосновалась в Лонг-Бич. Компания Lockheed Aircraft расположилась в Голливуде. А сын промышленного промышленника Говарда Хьюза собирает новую модель самолета по ангаре в Бербанке. Это почти как Сбербанки, но только Бербанки. Если мы снабдили производство авиатранспорта всем необходимым, то сможем пользоваться аэропортом в городе Лос-Анджелеса. Что за карта? Ебать! Есть какой-то еще там восклицательный знак, что-нибудь такое есть? Доставьте машины. Нам нужно машины доставить куда? В город? Ну, видимо, да. 25 лямов, кстати. Видимо, да. То есть нам нужно прям запариться. Конечно, много будет всего. Это сюда... Хотя это надо расширить, наверное. Ох, повезло. Так, окей. Тут тоже нужно большую сделать. Скорее всего, тоже... Ой, извиняюсь. Это СМР удар по микрофону был. Блин, как это дорого-то. 500 тысяч. Ну, 500 слишком. Вот так 90 сойдет.
Так, мы сюда будем доставлять балки, чтобы делать машины. Где у нас металл? Так, из хератыни делают металл и змей. Молодцы какие. Так, тут тоже большую нужно. Красный и черный нужно найти. Где красный и черный? Здесь пока нам не нужно это. Красный и черный. Вот черное. Все на черное. Это я это... казино вспомнил. Так. Пока деньги не идут, поэтому надо на паузе это делать все. Так, еще красное нужно. А, красный чуть подальше, кстати. Блин, тут у нас рельеф, наверное, капец, да. Железную дорогу здесь строить, конечно, это то еще удовольствие, видимо. Я просто сейчас подумал, может, железная дорога это все можно сделать, но... Можно, но это будет очень сложно и долго. Дорого, мне кажется, это будет. Так, здесь обычный, наверное, хотя пофиг, давай большую поставим. Какая разница, не стоит там копейки. Так, и получается у нас есть все, что нужно, чтобы делать машины, которые можно сюда доставлять. Ну давай сделаем. Это у нас машина to city. Машина to city. Окей. Металл нам нужно привезти сюда. Вон оттуда. Вот отсюда металл привозится. Вот сюда. А, металл to machine. Машине. Вот так. Машине. Почти на французском. Машины. Так, теперь красная херота. Ну или черная херота. Отсюда везется вот сюда. Это... Red to metal. А, это black to metal, по-моему, был. Да, это black to metal. Теперь red to metal. Сколько время? Кстати, почти заканчивать надо. Вот так вот. Red to metal, black to metal. В принципе... А, стоп, тут Лас-Вегас надо было выбросить. Что такое Лас-Вегас? Лос-Анджелес это. Надо, типа, обозначить тоже траекторию, типа, LA добавить, да? И лучше делать это, знаете, как в начале LA добавлять. Вначале добавляем, чтобы было сразу. Они были по алфавиту, отфильтруются сразу, где это происходит дело. Там сейчас будет очень много всего, и здесь лучше всего надо сразу менеджмент какой-то проявить. LA. Вот так. Все, отлично, здесь готово. А, теперь... Ну, транспорт пока не пускали. Так, тут еще такое... Санта-Барбара. Мы будем везде получать или что? 0 из 5. Там было написано хотя бы в двух, по-моему, до этого. М-
Мне кажется, детям нужно будет какая-то еда. Потому что тут у нас, видите, что находится. А тут что-нибудь еще есть? Ага. Феникс какой-то. Ладно, давай СБ, Санта-Барбара. Разрушенное землетрясение превратило руины в добрую половину города. Местные бизнесмены довольно оригинально подошли к вопросу финансирования реконструкции всей... реконструкции. Вся деловая верхняя регулярно собирается на корабле, плавающем вдоль побережья, чтобы сыграть в карты. Возможно, нам удастся получить разрешение на посадку в аэропорту в городе Санта-Барбара за покерным столом. Серьезно? This is where all the big names in California's growing economy gather. We won't get far with a handful of loose change. If we want to get our license, we'll have to go all. Поставьте 5 миллионов во время игры на покер на корабле до покера. Ну давай. Повезло, так повезло. Учитывая, что мы взяли весь банк, наш партнер по игре любезно дал согласие на пользование его взлетной полосой. Какая щедрость. Так, один готов. Это было очень легко. Это было просто замечательно. Так, окей, один готов. Сколько время? У нас 3 минуты осталось, но это не страшно. Давай вот здесь сначала, потом в Лас-Вегас пойдем. Так, что у нас здесь? Ну, скорее всего, какое-то масло доставлять надо будет сейчас. Новый национальный парк Гранд Каньон предлагает потрясающие виды и варианты досуга. А посетителей принимает с каждым годом все больше. Город Феникс выступает в качестве отправного пункта в туристических турах. Однако добираться до национального парка пока достаточно тяжело. И многих людей это отпугивает. Если мы поможем с транспортировкой посетителей в Гранд Каньон и обратно, мэр города Феникс выразит нам благодарность. Посетители в Гранд Каньон. Ёб твою ж. Ну ладно. Это будет не так уж и легко. Там написано улица, кстати, еще. Блин, как тут дорогу-то проложить вообще? Ну вот здесь можно, наверное, как-то развернуться, попробуем. Подъем пошел, что ли? Пуск. Что это? То есть я могу вот так вот сделать, смотри, хоп. И проложить прямо туда наверх. $4 миллиарда! Он даже строить отказался. Ни хрена себе мостик. Ну это великое сооружение, конечно, будет. Да, заканчивать. То есть, давайте сейчас дорогу проложим, если успею. Где я был-то вообще? Блин, у нас вот тут проблемы.
Ну, кстати, довольно неплохо, он не так сильно роется. Поэтому почему бы и не сделать такую дорогу? Где тут дорога-то вообще начинается? А, вот тут. Здесь широкую трассу-то и не сделаешь так-то. Здесь только узкую и делать. Что-то дороговато выходит. Так. А, мы почти пришли, кстати. Ну, где-то вот так, да, везти сюда. Кстати, дешево довольно-таки получается что-то. Да, вот сюда. По этой штуке выводим. Вниз теперь, ага. Опа. Вот и приехали. Что там даст перевозить людей? Людей. То есть сюда мне надо остановку поставить. Получается, да? А зачем на конечные две остановки поставил? Ну ладно. Она, кстати, почти весь город затрагивает. Поэтому не имеет особого смысла это все. Давай здесь еще поставлю. Так, теперь путь надо сделать. Смотрите-ка, то есть вот начинается вот эта остановка, наверное. Да. Так, сюда. Потом... Вот, где тут остановка-то была? Вот она. И вот сюда. Ага. Хорошо. И это у нас, получается, линию можно назвать как... турист. Давай назовем так. Турист. Роуд. Нормально. Окей, давайте на этом закончим. Проложили мы тут дорогу, одну линию уже получили даже города. И это хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.